Христос воскрес всем. Сегодня ночью кто-то решил зайти на территорию, на частную собственность, где Ренат Георгиевич отдыхает летом. Злоумышленники открыли дверь, окошко, а не дверь. Оставили здесь свои отпечатки пальцев. Оставили следы, закрыли дверь, окошко за собой. Спустились вниз. Оставили масло на двери. Оставили отпечатки здесь, на мусорке. И вот таким способом поднялись наверх. Кто-то готовится к Пасхе, а кто-то готовится к провокации. Оставили ручки здесь. Здесь. И след от ботинка. Эта провокация должна быть наказана, потому что так не делается. Всем Христос воскрес!